В этом году исполняется 130 лет со дня рождения нашего земляка, легендарного начдива времен гражданской войны Василия Ивановича Чапаева. Все, что связано с этой исторической личностью, начиная с дома, где стояла колыбель будущего героя, и заканчивая анекдотами, собрано в музейном комплексе в Чебоксарах. Скоро здесь начнется масштабная реконструкция. Самый чапаевский экспонат в нашем музее – это вот эта вот гармонь. Она принадлежала работнику штаба Киселеву. И все знают, что Василий Иванович любил песню «Черный ворон». И по его воспоминаниям, вот пел он именно под эту гармонь. И еще Чапаев мастерски и залихватски плясал. И все это тоже проходило вот под эту гармонь. Гармонь – не единственный экспонат, которым наш музей гордится по праву. Например, тачанок, действительно участвовавших в гражданской войне, в России сохранилось всего 4, и одна из них в Чебоксарах. Василий Иванович Чапаев был настоящим героем. Еще в Первую мировую войну он стал полным георгиевским кавалером, а в гражданскую нагонял страху как на врагов, так и на собственное командование, своим горячим нравом и внезапностью. Для того, чтобы рассказ об этом незаурядном человеке был максимально полным, необходима реконструкция музейных залов. Экспозиция в них явно не умещается. Музей был открыт 1974 года, то есть за более 40 лет. В настоящее время не было произведено ремонтной работы. И практически мы сейчас в Министерстве культуры нашей республики по поддержке главы республики Михаила Васильевича в 2018 году мы грант главы выделяем. Это более 2 800 000 рублей именно на экспозиции. Вот. Далее с 2018 года в рамках столетия республики начинаем финансировать полную реконструкцию самого музея. В общей сложности это будет сумма где-то более 16 миллионов. Дополнительно будем выделять федеральные средства, направлять. Это входит туда реконструкция дом, где родился Василий Иванович, который во дворе здесь находится. И 13 миллионов само вот это основное здание музея. В Чувашии, в России, да и на всем постсоветском пространстве есть немало вещей и явлений, имеющих отношение к Чапаеву или носящих его имя. Взять хотя бы производственное объединение имени Чапаева в Чебоксарах, которое передало музею макеты танковых и морских снарядов, производимые научно-производственным концерном «Техмаш» государственной корпорации «Ростехнологии». Глава Чувашии посоветовал расширить экспозицию и сделать ее более зрелищной. Там музеи, у них огромный потенциал. Так, Сергей Иванович. Мало поставили. Вот то, что у них есть, они мне все обещали поставить. Интересно это детям и всем остальным. Сегодня музей Чапаева самый популярный среди филиалов Национального музея. Ежегодно его посещают более 30 тысяч экскурсантов. В этом году к 130-летию со дня рождения героя подготовили специальную программу. 9 февраля для нас всегда очень большой праздник, вот, и не только для нас, все музеи Чапаева, которые раскиданы по России и в Казахстане, мы, конечно же, празднуем. Вот, для нас это всегда традиционный день открытых дверей. Любой житель может прийти и абсолютно бесплатно посетить наш музей. Утром состоится митинг около памятника Василию Ивановичу Чапаеву. Вот, будут демонстрироваться фильм, тот самый легендарный режиссер братьев Васильевых. А в 12 часов начнется торжественный вечер, посвященный юбилею Василия Ивановича Чапаева. Вот, ну и, соответственно, любой посетитель нашего музея может посмотреть еще наши виртуальные выставки. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.